Приветствую. К сожалению, в этом заголовке нет никакого хайпа и нет никакого обмана. Действительно, если в законодательстве в ближайшие дни ничего не изменится, то с 1 июля нас ожидает достаточно серьезный рост цен на бензин. А как мы с вами знаем, рост цен на бензин – это рост цен на все. Как же так получилось, что государство в то время, как в стране идет война, приходит к тому, что нужно повысить цены на бензин? Когда в стране происходит вот такая критическая ситуация, как в Украине, то государство, конечно же, должно помогать своим гражданам. И Украина здесь пошла на помощь своим гражданам. И в марте месяце, в марте 2022 года, через три недели после введения военного положения был принят закон, которым были установлены акцизные ставки, ставки акцизного налога в нулевом размере. И вот давайте посмотрим сейчас этот закон. Обратите внимание на формулировки, которые здесь использовались. «Тымчасово на период до припинения або скасування военного надзвичайного стану на территории Украины встановить ставки акцизного податку на такие товары. И вот мы видим на бензины, да, и вот 0-0 ставка. И обратите внимание еще раз на вот эту формулировку. На период до припыныния, обоскосувания военного надзвичайного стану на территории Украины. Потому что это ключевой момент. Вот здесь, да, государство сделало, ну, то, что правильно было делать, да, для того, чтобы поддержать своих граждан, вообще свою экономику. А что дальше было? А дальше... Это было, вот посмотрите, в 21 сентября 2022 года появляется вот такой закон о внесении изменений в переходные положения налогового кодекса. И вот здесь формулировка меняется уже. Обратите внимание, как она звучит здесь. Темчасово. На період до припинення або скасування воєнного стану на території України. Бла, бла, бла всяка, а потом. Але не довше, ніж до 21 липня 2023 року. Тобто уже не на весь період воєнного положення, а до, 20, до 23 року, до 1 липня. І здесь ми видим вже уже. повышение пошло. Уже ставка не нулевая, а ставка 100 евро за 1000 литров. Что же произойдет в э, 1 липня 2023 года, когда и цей закон будет скасован, и вот эти ставки будут отменены, а будут следующие ставки, которые указаны в налоговом кодексе э, для обычного времени, так? 213 евро за 1000 литров. То есть даже от сегодняшней ставки будет увеличено в два с лишним раза. Но здесь еще нужно добавить, что увеличится не только акцизный налог, но еще и НДС да, с 7% до 20%. То есть все возвращается в мирное русло, так сказать. То есть налоговые ставки будут такими, как будто в стране ничего не происходит. А что это значит для нас? А это значит, что по сути увеличатся расходы тех, кто продает бензин, да? На кого они возложат эти расходы? Конечно же на потребителя, то есть на нас с вами. И уже на сегодняшний день прогнозы следующие, что бензин будет увеличение цены там на 11 гривен, дизельное топливо почти на 8 гривен на литр увеличится, а газ увеличится где-то на 2,5 гривны. Каждый литр. А это значит что? Что расходы всех магазинов, ТОВ, ФОП, всех предпринимателей будут увеличены, да, потому что у них расходная часть, да, связана с тем, что товар нужно доставить, доставляем мы его как на автомобилях, расход увеличен. Соответственно, что? Вот эти расходы будут заложены в цену тех товаров, которые мы с вами покупаем. И, соответственно, кто за это все заплатит? Конечно же мы. И, по сути, те, кто ездит на автомобилях, ощутят это вдвойне. Да, Ты сначала будешь платить за бензин больше, потом в магазине больше. И, конечно, будешь радоваться тому, что мы дружим с МВФ, потому что вся вот эта история официальными лицами говорится, обосновывается так, что, мол, это не мы, мы вообще хорошие, мы бы никогда в жизни для вас не повысили никаких налогов, мы все бесплатно для вас отдали, потому что мы белые и пушистые, посмотрите, вон нимб над головой, крылышки режутся. А все злой МВФ. Это МВФ от нас требует, чтобы мы подняли здесь налоги, чтобы мы э, по предпринимателям напрягали их, да, ну, мы же говорили, что с 1 июля будет вот эта вся история с отменой льготного налогообложения для предпринимателей. Сейчас это тоже э, отложилось там до э, чего? До 1 августа. Но вся эта история объясняется так. От нас требует это МВФ. И здесь, конечно же, как не вспомнить вот тот прекрасный сериал, где представителем МВФ был указан верный путь. Реальность оказалась немножечко другой, и в реальности, к сожалению, мы вообще ничего с вами здесь сделать не можем. Мы только можем готовиться к тому, что с 1 июля мы будем тратить больше денег. И, знаете, в очередной раз э в очередной раз я снимаю видео, в котором ты, ты рассказываешь о тех изменениях, о тех законах, которые ухудшают положение людей. И я, честно, я жду не дождусь того момента, когда я начну снимать видео, где я буду рассказывать, как новый закон улучшил положение людей, что у них появились новые права, новые возможности. Но, к сожалению, на сегодняшний день законодательство просто мне это не позволяет, потому что все, что есть, все направлено на ухудшение. И, честно говоря, это расстраивает во всех смыслах в тот момент, когда... Каждый человек находится, по сути, в критической ситуации. Многие из нас не живут дома. Я даже не живу дома. Я дома не был уже сколько... Ну, наверное, не так много, да, месяцев 10, как я был дома последний раз. А кто-то же уже и полтора года не был дома. И вот в то время, когда нам нужна поддержка, нам говорят, давайте мы вот здесь увеличим, вот здесь увеличим, здесь отменим льготы, здесь отменим льготы. И, конечно, ну вот есть вопросы к государству в этом плане, что может все-таки надо идти не в угоду МВФ, все-таки не МВФ вас избирал. Ну, хочется верить, да, что все-таки это мы выбрали, да, этих людей. Э, так а мы их что? Выбирали, чтобы они делали вот то, что они делают? Ведь мы же их выбирали для того, чтобы они делали жизнь нашу лучшую, э, и хочется, чтобы они делали нашу жизнь лучше. А получается так, как получается. Поэтому, друзья, ну что, готовимся к тому, что льготы отменят, все подорожает, но буду следить за изменениями в законодательстве. Если появится какой-то закон, который эту ситуацию изменит, обязательно сниму видео и, надеюсь, таким образом порадую вас. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы разделяете мои мысли по поводу того, что происходит в стране, подписывайтесь на мой канал, вы найдете на нем массу полезных видео. На этом все. До свидания, хорошего вам дня, желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.